Сетили зрители с волнением, наблюдали за драматической историей любви в сериале «Солнечный ноябрь». По воле судьбы две девочки были поменены в роддоме и росли не в родной семье. Что их ждало в жизни? Одно богатство и слава, другое нищета и мать-алкоголичка. В первом и единственном сезоне вышло к показу 16 серий. Печально то, что сюжет остался оборванным в конце. Зритель так и не понял, чем закончилась история. Многих поклонников сериала интересует, будет ли 17-я серия или второй сезон. К сожалению, не будет. Сериал является адаптацией популярного южнокорейского сериала «Осень в моем сердце». И там точно такой же непонятный конец, а второй сезон корейцы так и не сняли. И все же можно предположить, что по просьбам зрителей напишут свой сценарий украинские авторы, и в 2020 году мы все же увидим продолжение. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.